Новые методы поиска месторождений разрабатывают в научно-исследовательском геолого-разведочном предприятии. Ученые работают сразу над двумя масштабными проектами, детали которых пока держат в секрете. Их автор Олег Ковальчук, главный инженер, ведущий аналитик, ученый и изобретатель. В начале апреля в его жизни произошло значимое событие, ставшее признанием его заслуг в алмазной геологии. 7 апреля 2017 года – теперь один из значимых дней в жизни Олега Ковальчука. На собрании хозяйственного актива главному инженеру научно-исследовательского геолого-разведочного предприятия вручили звание лучшего изобретателя Алроса. Он выступает у нас как в двух ипостасях. Как исследователь, который проводит определенные виды исследования, прежде всего по алмазной тематике. Во-вторых, как организатор. Студенческая практика поиска алмазов в районе моря Лаптевых. После защита диплома. Где будет работать, не раздумывал. Алмазная геология навсегда покорила его сердце и душу. В начале 90-х он переезжает в Мирный. Начиная с первых практик, я приехал сюда в 94-м году, меня забросили на Куанамку, и у меня вот очень яркие впечатления об этом периоде. Все больше изучая алмаз, Олег Ковальчук с головой погружался в науку. Его энергия и пылкое желание стать первооткрывателем месторождений давали толчок развитию НИГП. Я мечтаю, чтобы то есть, мне вот удача улыбнулась, и все-таки как-то так судьба распорядила, что я поучаствовал бы в открытии какого-то месторождения. То есть я надеюсь, что так и будет. Его главная задача сегодня – реализация двух собственных масштабных проектов, способных дать геологии новые способы поиска месторождений. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».